свидания. До свидания, голубушка. Нина Алексеевна Кузьмук? Да. Здравствуйте. Пройдемте со мной, пожалуйста. Меня должен был встретить следователь Тараскин. Да, конечно. Он, к сожалению, сейчас очень занят и прислал меня. Я вас доставлю в прокуратуру. Он будет вас там ждать. Хорошо, поехали. Хорошо. А где ваш багаж? Вот весь мой багаж. Понятно. Хорошо. Поехали. Больно же, но осторожно. Ну. А не должно быть. Странно. Я до них еле дотрагиваюсь, а ты уже орешь. Скажи, а у тебя рубцы давно стали на прикосновение реагировать? Давно, давно. Таблетки твои вообще ни хрена не помогают. Дай мне что-нибудь посильнее. Я не знаю, морфий, калий. Делай что угодно, лишь бы морда только на месте осталась. И главное, чтобы просто болеть перестала. Я не могу рубаться. Милый, если я тебе дам что-нибудь посильнее, ты помрешь от цирроза печени. Но шрамы у тебя действительно очень сильно воспалены. А таблетки бы тебе, Женя, помогали, если бы ты не забывал их принимать вовремя. Женя, ты доиграешься, я тебе серьезно говорю. У тебя организм скоро начнет отторгать инородное тело, то есть твое лицо. И как ты понимаешь, ничего хорошего это тебе не принесет. Ну ладно, хватит уже. Разоралась. От того, что я там 1-2 раза забыл таблетки принять, это вообще дело не в этом. А скорее всего в том, что мне твое лечение не помогает. Новое, другое нужно. Значит так, если ты не понял. Таблетки видишь? Вижу. Вот от этих таблеток зависит твоя жизнь. Ну и что, если даже я 1 раз не выпью, что? Не советую, рожа слезет. Неужели опоздал? Извините, вы не знаете, в этом вагоне ехала девушка, зовут Нина. Ехала, а вам зачем? Я должен был ее встретить. Так она ушла уже давно. Черт, опоздал. Ну и где мне ее теперь искать? Не знаю. Прошу. Лес? Угу. А зачем мы сюда приехали? Как? Разве Всеволод вас не предупредил? Он очень настаивал, чтобы перед беседой с ним вы осмотрели место преступления. Место преступления? А зачем? Ну как, это же обычная практика. Вы осмотрите место преступления, может быть, в голову придут какие-то детали, а мы воссоздадим предполагаемую картину преступления. Ну и поедем дальше в прокуратуру. Ну простите, а вы ничего не путаете? Ведь вас погиб на конюшне. Да, на конюшне его нашли, но мы... почему-то уверены, что убили его именно здесь, в этом лесу. В лесу? Ну зачем же тогда его уже мертвого везти на конюшню? Вот именно это мы и пытаемся выяснить. Вы не переживайте, здесь недалеко. Мы все осмотрим и поедем дальше. Прошу. Да, какое прекрасное место. Что, пришли? Да. Тут так тихо, не правда ли? Прекрасная поляна. Это случилось здесь? Да. Дорофеев, покажи, пожалуйста, девушке место. Да, пойдемте, вот это здесь. Пойдемте, пойдем. Да, как хорошо, боже, как хорошо. Да не разувайся, там так заходи. Что за срочность, Сева? Андрей Александрович, у меня форс-мажор. Форс-мажор, да. Сиёчка, здравствуйте. Здрасте. Вы, наверное, проголодались? Давайте я вас покормлю. А, нет, не нужно, я не голоден. Точно? Точно. Ну, тогда присаживайтесь. Я оставлю вас. Ну, что случилось? В общем, Андрей Александрович, я сегодня должен был на вокзале встретить свидетельницу по делу Буркова, Нину Кузьмук. И
Ну, в общем, я опоздал. И она не дождалась и уехала. Сева, что значит опоздал? Ты следователь прокуратуры, что значит опоздал? Просто меня сегодня заперли в кабинете. Я не знаю, специально или случайно. В общем, я не смог вовремя выйти. Сева, что за детский сад, а? В кабинете заперли. Скажи, что бабушку еще через дорогу переводил. Ну что у тебя за вранье какое-то? Ну наломал дров, сознайся, наломал дров. Признайся в этом. Ну я правду говорю, я... Ну когда я вам врал? Разберемся. Так, ты выяснил, кому она приезжала, кто у нее в Сереченске есть? Ну, телефон мобильный хотя бы знаешь ее? Телефон знаю, да. Я ей звонил, ну, чтобы ее сюда вызвать. Но сейчас звоню, она не отвечает. Либо отключила, либо... А может, она сбежала? Может, она убийца? Да, она сбежала. Была бы убийцей, сидела бы себя в Сибири, в Речинск бы не сувалась. Она где-то здесь. Ну, а если не получится найти, где она остановилась, что нам делать? Может, объявим розыск? Сева, какой розыск? На основании чего ты ее в розыск объявишь? Дорофеев, ты все? Да, готово. Проверь. Молодец. Быстро управил. Давай, быстро, быстро, быстро оформляй. А? Давай, 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 давай. Теперь сиди и жди, пока она сама решит тебе позвонить. Если уж упустил. Да-да. Анатолий Олегович. Угу. Ну что, как? Вы прекрасно выглядите. Спасибо, я знаю. Ну что, они там собрались? Да, две съемочные группы, с десяток газетчиков. Всем не терпится посмотреть наше новое отделение. Прекрасно. Тогда устроите им экскурсию по зданию. Угу. Покажите новую операционную. Пускай они пообщаются с хирургами и обязательно с пациентами. Мы же должны произвести на них впечатление. Хорошо, все будет, как вы хотите. Угу. Ну, а потом мы в конференц-зал. Я там отвечу на все их вопросы. Угу. Хорошо, Анатолий Олегович. Давай. Ну что, мои маленькие друзья, любите сенсации? Я вам сейчас... Такую устрою сенсацию. То, где жизнь. О, Сергей Романович пришли. Погоди, наш пионер. А, Тараскин? Да. А, наверное, свидетельницу свою ищет. Удачи ему. Приветствую. А вы ее хорошо спрятали? Лучше некуда. Все, как вы просили. Прекрасная, тихая, уютная полянка. А какие погоды стояли? В общем, ее долго еще никто не найдет. Ну ладно, молодцы, молодцы, заработали. Спасибо, Сергей Романович. С вами всегда приятно иметь дело. Вас никто не видел? Нет, чисто сработали. Всегда вы так. Цены бы вам не было, орлята мои. Здравствуйте, дорогие мои. Здравствуйте. Я искренне рад вас сегодня приветствовать в нашем центре. Собрались мы по радостному событию – открытию нового отделения. А это значит, что мы сможем помочь еще большему количеству людей, нуждающимся в нашей помощи. Но, к сожалению, сегодняшний вечер омрачен недавними новостями. Как вы все знаете, Евгений Труханов, этот убийца, я бы сказал, негодяй, сбежал из тюрьмы и скрывается где-то в Речинске. Он терроризирует мою семью, моих жену и дочь. И я хочу обратиться к нему. Труханов, если ты меня слышишь. Толя? Я тебя прошу, хочешь мстить, мсти, но только мсти мне. Давай с тобой встретимся один на один, как мужчина с мужчиной. Труханов, ты психопат и убийца, но я тебя не боюсь. Если ты хочешь встретиться со мной, давай. Почему он обращается к Труханову? Он же умер в тюрьме. О,
Он жив. Во всех газетах пишет. Из могилы сбежать сумел. Что, получается, в Речинске, что ли? Катя. Люба, выключи этот цирк. Но откуда в нем взялась эта театральность? Откуда взялась эта наигранность? Наверное, хочет как лучше. Люба, если бы он хотел как лучше, он был бы здесь, с нами, со своими родными и близкими. Я выходила замуж совершенно за другого человека. За человека, для которого самым главным были семейные ценности, а не эта дешевая слава. Ну, может быть, ты раньше не понимала, что он за человек. А теперь видишь, какой он есть на самом деле. Нет, нет, Люба, нет. Я выходила за него замуж, потому что он не был таким, как Труханов. А сейчас он стал таким же. Он полюбил власть и разлюбил меня. Значит, Толя, я тебе не нужна. Ну что ж, ты еще поплачешь. Ты еще будешь меня вспоминать и жалеть, что я досталась не тебе. Ничего. С такими данными я очень быстро найду тебе замену. Поуспешней, помоложе, побогаче. Да разве найдется хоть кто-то, кто меня не захочет? Филипп, вы очень заняты. Вам нужна моя помощь, Марина Сергеевна? Очень нужна. Зайдите ко мне. Хорошо. Филипп, закройте, пожалуйста, за собой дверь. У меня к вам личный разговор. Угу. Филипп, скажите... Я красивая женщина. Вы, Марина Сергеевна, я очень рад, что работаю с вами. Вы прекрасный руководитель. Вы мэр города, самый главный человек в Речинске. Филипп, мне сейчас совсем не об этом. Скажите... Я нравлюсь вам как женщина. Марина Сергеевна, вы самый лучший начальник, вы профессионал. Вы великолепно справляетесь со своей работой. И вы строгая, но очень справедливый начальница. Вы не такая, как эти там другие женщины-начальницы. Вы строгая, но очень справедливая. Я, простите, повторюсь, но я очень рад, что работаю с вами. Ясно. Простите, я не хотел. Вы обиделись. Нет, Филипп, что вы, все нормально? Вы меня ничем не обидели? Вы мне не верите. Но я правда так думаю. Да, я понимаю, мои слова показались вам чрезмерно восторженными, но я действительно рад, что работаю с вами. Филипп, можете идти и продолжать вашу продуктивную работу под моим талантливым руководством. Спасибо, Марина Сергеевна. Хорошего вам дня. Детский сад. Конечно, Марин, ну что ты от него хочешь? Он же подросток. Тебе нужен настоящий мужчина, который будет ценить настоящих женщин. Дима? Привет, Толь. Здорово, не ожидал. Я Катя.
Она дома? Нет, ее нет дома. А где она? С ней все в порядке? Не понял. Слушай, я узнал, что Труханов жив, и он в Речинске. Ты об этом? Не волнуйся, я уже побеспокоил свою безопасность. Слушай, Толь, я думаю, может быть, нам объединить усилия. Я готов дежурить там под окнами около дома. Спасибо. Спасибо, Дима. Да, перестань. Сами справимся. Тем более, ты сейчас не в самом лучшем положении. Катя сказал, что тебе не стоит беспокоить, пока ты в таком состоянии плачевном. Катя так сказала? Да. Да, она считает, что тебя не нужно нагружать своими проблемами. А для нее сейчас что главное? Пореже из дома выходить, и чтобы круглосуточная охрана была рядом. Слушай, Толя, у меня в ЧОПе есть знакомая, может быть... Не поверишь, у меня тоже. Тоже. Я уже нанял для нее самых лучших сотрудников. Все будет нормально, Дим. Ну ладно, если я не нужен, я пойду. Да нет, ну что ж не нужен? Нужен, конечно, но... Спасибо тебе, спасибо, друг. Береги себя, хорошего дня. Береги Катю, пожалуйста. Обязательно сберегу, от всех сберегу, Дим. Всех. В первую очередь от тебя, козел. Вот здесь, Марина Сергеевна, вся документация. Я составил бюджет по реконструкции детских площадок. Денег, конечно, заложенных не хватит. Скорее всего, только наполовину. Вот. Так что вот список благотворительных фондов, с которыми можно будет обсудить этот вопрос. И на днях подготовлю презентацию, и мы с ними обязательно встретимся. Потом Иван Иванович Петров. Тоже проблемы. Имя у тебя, конечно, дурацкое. Нужно объявить тендер, составить тендерное предложение. Но сам ты вроде еще ничего. Никто не занимает, сроки поджимают. Я смогу, скучноватый. Я смогу заняться. Но это может и к лучшему. Это поздно. И у Юли тебя отбить можно нечего делать. Две многообещающие улыбки, декольте. Так что... И один ужин в ресторане с продолжением. Пока все. И ты мой. Если у вас какие-то замечания, указания, пожалуйста. Я очень рада, что у вас все получилось. Вы проделали огромную работу. Можете идти. А когда мы будем решать эти проблемы? Какие проблемы? Я думаю, вы со всем справитесь. Но ведь... Поговорим об этом завтра. Ну да. Хорошо. До свидания. До свидания. Здрасте, это следователь прокуратуры Всеволод Тараскин. Да, скажите, к вам не поступала Нина Кузьмук? Нет? Да мы ее ищем. Хорошо, спасибо. Но если что-то станет известно, вы сообщите. До свидания. Сева, ну что ты людей задолбываешь? Не лень тебе, а? Да мне свидетельница пропала по делу. Я уже все морги, все больницы обзвонил. Странно это, Тараскин. Ну как пропала твоя свидетельница, так и найдется. Чего зря сушить мозги и людям нервы портить? Ты лучше вон пошел бы пивка выпил. Расслабился бы, как все нормальные люди. Да не могу я расслабиться. А вдруг здесь случилось что? Слушай, если на нашей с тобой работе так переживать, как ты, то можно очень скоро коньки отбросить от инфаркта. А если так же рассуждать, как ты, то очень скоро можно стать черствым сухарем. Ты, наверное, забываешь, что мы должны людей защищать. Это главная цель нашей работы. Ты рассуждаешь о них, как о вещах. Тоже не рыцарь. Здравствуйте, это следователь прокуратуры Всеволод Тараскин. Скажите, пожалуйста, к вам не поступала Нина Кузьмук? Нет. Ну вот, начало положено. Можно посмотреть? Да, по-моему, очень похоже. Дим, это очень красиво. Мне очень нравится, правда. Ты хорошо рисуешь. Я хочу передать твой взгляд. Попытаться это сделать, он у тебя какой-то особенный, нежный, какой-то. Ты меня захвалишь. Я тебе говорю то, что вижу. А мне пора. Мне пора. Давай с тобой созвонимся. Когда созвонимся? Когда ты закончишь?
мне будет очень интересно посмотреть. Катюш, нам сейчас с тобой не надо видеться. Тебе лучше не выходить из дома, это опасно. Ты о чем? Да не важно. Ну ладно, пока. Пока. Да. Марина Сергеевна, здравствуйте. Можно? Здравствуйте, да, конечно, проходите, присаживайтесь. А напомните, пожалуйста, вы по какому вопросу? Я по поводу строительства продуктового магазина на Урловской улице. А Урловская это где? Можно я вам покажу? Да, конечно. Так, вот она. Значит, магазинчик будет небольшой, двухэтажный. Торговая площадь 200 квадратных метров. Торговать будем... Иди ко мне. Никогда не встречал таких. И что от этого выиграет и город, и фермерские хозяйства, и частники. Иди. Что, простите? Я говорю, идите пока, я ознакомлюсь с вашим делом. А когда ответ дадите? Вам сообщит мой секретарь. Угу. До свидания. До свидания. Ты отлично выглядишь, как всегда. Нет, сегодня ты просто светишься. Куда вы идете гулять с Борисом Борисовичем? Пока еще не знаю. Что-нибудь придумаем. В конце концов, какая разница? Когда ты с правильным человеком, вам везде и всегда будет хорошо. Когда уже моя личная жизнь наладится? Я же тебе говорила, что все зависит только от тебя. Пока Люба еще не готова к отношениям с тобой, но ты молодец. Теперь ее мать на твоей стороне. Ты нашел общий язык с Калининым. Ее папа тебе симпатизирует. Следующий шаг – стать другом ее друзей. Но я никого из них не знаю. Ну, значит, надо будет познакомиться. И еще. В разговорах с ней тебе нужно чаще употреблять «мы», а не «ты и я». Ты должен стать неотъемлемой частью ее жизни. Па, я стараюсь это делать, только как-то не очень получается. Терпение, мой друг, наберись терпения. Ты должен научиться ждать через месяц, через полгода. В конце концов, она поймет, что она жить без тебя не может. И поверь, тебе воздастся с царицей за то, что ты был все время рядом с ней. Люба оценит тебя. Ты готов ждать? Готов. Ну и прекрасно. У тебя все будет хорошо. А, спасибо. Дорофеев, хватит жрать, а? Ты скоро лопнешь, противно на тебя смотреть. Ты заткнулся, а? Сам-то не в коня корм. Вы что, обалдели, что ли? Ты что, заморожь? Тихо, тихо. Какого черта вы заперли меня в кабинете? Я из-за этого свидетельницу потерял. Так. Теперь я не знаю, где она и что с ней. Так, тихо. Девочки, не ссорьтесь. Тараскин, ты здоров? Объясни, с какой стати нам тебя в кабинете закрывать? А я не знаю. Либо у вас шутки такие дурацкие, либо с мозгами не все в порядке. Погоди, а почему ты уверен, что это мы? А кто? Вы вышли из кабинета, и моя дверь случайным образом закрылась? А ты никогда не думал, что, может быть, это техничка? Мы, кстати, видели ее с Дорофеевым, когда выходили из кабинета. Что-то не очень вам верится. Придется поверить. Короче, в следующий раз разберешься, потом будешь дергаться, понял, студент? Кстати, Тараскин, тебе стоит обратиться к штатному психологу. У тебя серьезные психические расстройства, мне кажется. Ладно, пошли. С тебя, короче, пирожок, понял? Два. Тебе не холодно? Нет, вечер прекрасный.
правда себя хорошо чувствуешь? Я очень волнуюсь. Да все в порядке. На самом деле, я же беременная, а не больная. Очень преувеличивают, что беременные так плохо себя чувствуют. А расскажи, как это, что такое быть беременной? Мне, правда, очень интересно. Ты в последнее время как будто светишься изнутри. И у меня ощущение, что ты чувствуешь что-то совершенно необычное. Да, конечно. Это на самом деле волшебство. Правда, у меня полное ощущение волшебства, когда в тебе, внутри тебя, маленький человечек. И это твоя дочка. И ты знаешь, что скоро она появится на свет. И я смогу ее внимать, целовать, могу тискать ее. Да, это действительно удивительно. Да, только она стала немножко большевата и толкается. Толкается, правда? Да. Хочешь попробовать? Да. Чувствуешь? Нет. Положи руку сюда. Толкается. Она такая крохотная, уже живет своей собственной жизнью. А ты же придумала, как ты ее назовешь? Нет, пока не думала. Так это же нужно срочно исправить. Ну, давай. Привет. Привет. Как дела? Как учеба? Ой, как видишь, стараюсь. Вот это все мне нужно прочитать до конца недели. Ого. Угу. Успеешь? Ну, а что, куда деваться-то? Придется успеть. Спасибо большое. Ой, еще и практическое задание нужно сделать. Может, ты мне поможешь? Мишка, я не могу. У меня проблемы на работе, я не знаю, что делать. Что-то серьезное случилось? Да. Представляешь, я должен был встретить свидетельницу на вокзале по делу об убийстве. Угу. Меня кто-то запер в кабинете, я не успел вовремя выйти. Естественно, она меня не дождалась. Где ее теперь искать? На звонки она не отвечает. Тетя. Че? Скажи мне правду, я уродливая. Все в порядке, девочка моя? Не очень, но дело не в этом. Ты скажи, как я выгляжу? Да как обычно. Не, ну может, у меня какие-то морщинки мелкие появились. Посмотри, может цвет лица испортился, ну там волосы потускнели, я не знаю. Мариночка, ну... Ты просто из той породы женщин, которые с возрастом только краше и краше становятся. Они расцветают, понимаешь? Если в 17 лет ты была невинным цветком, то сейчас ты роскошная женщина, умная, талантливая, мэр города. Что ты, девочка моя? О тебе мечтает каждый мужчина. Тогда объясни мне, что Калинину во мне не нравится? Чего ему не хватает? Я не пойму, он не любит меня, он просто играет. Я для него девочка, которая прибежит сразу. Как только он поманит пальцем, все для него сделает. Ну, беги и делай, раз нет вообще никакой гордости. Смотри, полная энциклопедия имен. Берем? Ты сейчас собрался выбирать? Ну, почему бы нет? Смотри, сколько здесь имен. Выбирай. Я думала, это мы вместе сделаем. Давай вместе. Хорошо, давай вместе. Я всегда рад тебе помочь. Сколько с нас? Мне нравится Ульяна или Варвара. Mm-hmm. Варя или Уля, представляешь? Здорово, да? Нежно так. А мы можем назвать ее Анастасия. Это греческое имя, которое означает возрождение или воскрешение. По-моему, очень красиво. Будем, как в сказках, называть ее Настенька. Мы. Я думала, мы просто друзья. Ну да, так оно и есть. Просто мне очень хочется принимать участие в вашей жизни. Поэтому я все время говорю «мы», извини. У меня же кроме тебя нет никого здесь. Все мои друзья остались в Америке. Я по ним очень скучаю. Ты можешь познакомить меня со своими друзьями. Будем ходить куда-нибудь в большой компании. Я бы с удовольствием познакомила. Только друзей мне не осталось. Как? Так. Рита уехала с мамой в Болгарию.
Вася погиб. Нина в Сибирь вернулась домой. Один ты у меня друг и остался. Я не знаю, чего твоему Калинину не хватает. А можно встречный вопрос? Давай. Что ты нашла в этом Калинине? Скажи, пожалуйста. Ты со своей внешностью, со своим положением можешь найти гораздо моложе и гораздо перспективнее. Ты, да я хочу быть только с ним. Глупости все это, девочка. Он тебе не достоин. Ты не видишь, что он тебе не достоин? Нет? Неужели ты не в состоянии завязать эту связь? Неужели у тебя нет характера, гордости? Тетя, да ты не понимаешь, что я не хочу никого другого, мне нужен только он. Ну иди к нему, а ты ему не нужна. Так не расстраивай меня, иди, куда ты там шла? Ну, Мариночка, ну прости, девочка моя. Ну, конечно же, он тебя полюбит. Ну что? Думай. Думай. Значит, вы хотите получить кредит на развитие бизнеса? Да, я же принес вам бизнес-план. Да, я вижу. Однако у меня есть вопросы. Я готов ответить. Насколько я понимаю, вы планируете открыть собственное производство? Да. И какую норму рентабельности вы закладываете в первый год работы? Смотрите. Так. Так, вот. Первые 3 месяца 4%. Угу. Потом увеличение до 8 и к концу года 10. Это низкий процент рентабельности. Боюсь, если вы не сможете найти возможность выйти хотя бы на 20%, то ни наш банк, ни какой-либо другой в Реченске вам кредит не предоставит. Послушайте. Во всех развитых странах, если бизнес имеет 8%, это уже огромный успех. Это в развитых странах. А при нашем диком капитализме, я боюсь, мы не сможем вам помочь. Как вкусно пахнет. Что ты готовишь? Овощную рагу. Съездила на рынок. На рынок? Катюш, прости, конечно, я не хочу ни в коем случае ограничивать твои передвижения, но я так подозреваю, что на рынок ты ездила без охраны. Да. Кать, ну, я тебя прошу, ради твоей же собственной безопасности. Ты все-таки впредь сообщай мне о своих передвижениях по городу, это очень важно. Хорошо, если это так важно, я буду тебе сообщать. Это действительно важно. И еще, я на работе по максимуму освободил время, но, вернее, я взял... как сказать, это отпуск за свой счет. Я теперь буду лично заниматься твоей безопасностью. Катюш, я буду защищать тебя любыми способами. Одним из этих способов является твое видеообращение к Трухану. Ну, прости, Катюш, да. Я вынужден был это сделать. Понимаешь, я хотел разозлить его, перевести его потенциальную агрессию на себя. Толик, мне очень не нравится, что ты наши проблемы выносишь на всеобщее обозрение. Ну, извини меня, пожалуйста, родная. Я хотел как лучше. Мне будет лучше, и я буду чувствовать себя в большей безопасности, если на улице на меня не будут тыкать пальцами. А сейчас я выйти никуда не смогу. Или, может быть, ты этого добивался? Нет, что ты. Что ты, Катюш, я же это ради тебя. Я же только вот... Так, все хорошо, все. Ты будешь есть? Да. Сам за собой поухаживаешь, да? Спасибо. Ну вот, проходите. Смотрите. Помещение действительно огромное. Да, это наше помещение, приютское. Оно стоит у нас без дела уже лет 15. И вы прям так вот разрешаете им пользоваться? Ну, конечно. Вы можете здесь делать все, что хотите. Аренду платить не нужно. Нет, вы знаете... Нет, в принципе, если здесь все убрать, сделать ремонт... Мне очень неудобно пользоваться этим бесплатно. Да какая разница? Оно все равно у нас простаивает и...
Сестра Ирина, спасибо вам большое. Но, вы знаете, я хочу здесь сделать цех по производству мебели. Вот, и хочу оформить договор по всем правилам. Единственное, о чем я вас прошу, это об отсрочке платежей, потому что, ну, мне необходимо встать на ноги. Конечно. Я согласна на все ваши условия. Хотите договор? Оформим договор. Хотите отсрочку? У вас будет столько времени, сколько вам понадобится. Спасибо. Спасибо вам большое. Да не за что. Хорошим людям всегда приятно помогать. Должна была приехать еще утром. А уж поезд опаздывает. Позвони, позвони. Абонент недоступен. Позвони домой. Вдруг она еще вообще не выехала. Да выехала она. Она мне вчера из поезда звонила. Ой, Господи, где же ее теперь искать, а? А вдруг что-то случилось? А вдруг ее ограбили на вокзале? Одна, без денег, в чужом городе. Валь, не надо паниковать-то. Все с ней будет хорошо. Может, она прямо в прокуратуру пошла. И сейчас себе спокойно разговаривает с Тараскиным. А ответить не может. Нет, Федь, вот сердце неспокойно. Мало ли что может быть. У нее могли планы измениться. А перезвонить забыла. Я вот что думаю. У богатства и бедности есть общая черта. Человек свободен. Знаешь, именно бедность дала мне возможность заниматься любимым делом. Я занимаюсь деревом. Только денег мне на это никто не дает, понимаешь? Если бы торговлей занимался, мне бы кредит без проблем дали бы. На это у них деньги есть. А здесь они боятся, понимаешь? Невыгодно им. Дим. Я ж благодаря тебе поднялся. И деньги, они тоже через тебя ко мне пришли. Я их так заработал. Ну, не хочешь ты, чтобы я тебе просто помог? Ну, хотя бы в долг можешь взять? Нет. Долг я у тебя брать не буду. Ты вот чё, Прохор. Партнером моим будешь? Горы свернем. Кстати, а где папа? Не знаю, может быть, в приюте. Он просил, чтобы я больше не приезжала, потому что он не может меня защищать. Ну, может, это потому, что тебя слишком сильно защищает Анатолий Олегович? Не знаю, может быть. Но я уже устала от его навязчивой опеки. Устала. Но отказаться от нее не могу. Здравствуйте. Проходите. Андрей, у нас гости. Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей Александрович. Извини, что поздно. Ничего. Вы проходите, присаживайтесь, а то мы тут скучаем. С Тамарой так чайку попьем, пообщаемся. Нет, мы не в гости. Что-то случилось? Ты понимаешь, дело в том, что пропала наша бывшая невестка, Нина. Твой Тараскин вызвал ее на допрос по делу об убийстве Васи. Она должна была приехать сегодня. Мы ее ждали час, два, три, и телефон отключен. Я пойду чай сделаю.
Так мы не зря волновались. Андрей Александрович, она нам как дочка. Скажи правду. Дядя Иван, да я, собственно, сам ничего не знаю. Андрей. Ну, Тараскин должен был встретить ее на вокзале, но опоздал. И сейчас бегает по городу, ее ищет. Нина нигде нет. Ей, кроме как к нам, в Речинске больше некуда пойти. Если она не в прокуратуре, значит, с ней что-то случилось. Отец Степан, вы не волнуйтесь. Тараскин у меня умница. Он обязательно ее найдет. Не волнуйтесь. Да, Зоя, здравствуй. Ты где? Я в лесу. А ты поздно? Да нет, что ты? Очень много грибов, никого нет. Открыто. Катюш, можно? Толя, Толя, это что такое? Как это понимать? Да, собственно, как. Вот я буду сидеть в этом стуле всю ночь. Эту ночь и все последующие ночи, пока не поймают Труханова. Я не хочу, чтобы он еще раз пробрался в твою спальню. Мне дурно делается, когда я понимаю, что он мог сделать. Толя, мне кажется, что ты немного преувеличиваешь опасность. Катенька, еще несколько дней назад я бы с тобой согласился. Но, как ты понимаешь, он здесь уже побывал. Повторюсь, это же мысль о том, чем это могло для тебя закончиться, она меня пугает. Но ведь ничего не случилось. Максимов усилил охрану. Я не могу рисковать твоей жизнью, понимаешь? Не могу и не хочу. Вот только таким образом я буду спокоен, что с тобой ничего не случится. Так что давай, ни о чем не волнуйся, ложись спать, а я буду сидеть и читать. О, слушай, ты просто гениально готовишь. Устал на работе. Не то слово. Ты представляешь? Нина Кузьмук, свидетельница по делу смерти Василия Буркова, пропала. В Речинск приехала, а дальше все без следа. Как, подожди. А она не могла просто сбежать? Да я не знаю, но когда я ей звонила, она так хотела помочь, так переживала. Где ее теперь искать? Телефона у меня нет. Где она в Речинске могла остановиться, я не знаю. Знаешь, мне вот кажется, что ты о ней гораздо больше думаешь, чем обо мне. И вообще, тебя работа больше интересует, чем наши отношения. Юточка, ну перестань. Я думаю о тебе гораздо чаще, чем тебе кажется. Да? Да. Тогда я хочу тебе напомнить, что на сегодня твой рабочий день вообще-то уже закончился. Я имею полное право на тебя и на твое внимание. Я весь твой. Ты мне самая лучшая. Извини. Да? Точно? Хорошо, я выезжаю. Ну что опять случилось? Нину нашли мертвой. Как? Такая красивая, такая беззащитная, и ты только моя. Твои шелковистые волосы, твои тонкие пальцы, все это мое, и ты будешь только со мной. Ты мое сокровище, и я готов убить каждого, кто осмелится посягнуть на тебя. Thank you.
Что ты тут делаешь? Что это все значит? Холодно. Завтра. Я убила Васю. Больше с этим грузом жить не могу. Самоубийство? Похоже на то. Ее там двое мужчин на перроне встречали. Один документы свои показал, вроде как ваши. А что, если все было вообще наоборот? А Вася и Нина любили друг друга, собирались жить вместе. А Марина узнала об этом и решила отомстить. Катина «Любовь 2». Завтра о 20:00 одразу після ток-шоу «Говорить Україна».